Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые зрители. Сегодня мы с вами заехали в Maisons. Хочу вас порадовать чем-то приятным, чем-то хорошим, отвлекти немножко от суеты, от каждодневной суеты. Да, кто нас встречает? Летняя тематика, и встречает нас Арманд, называется этот попугай. Или это не попугай, это тукан, да? Тукан, потому что у меня картина была с двумя туканами в Украине. Один художник мне нарисовал. Такие мудрые старые туканы, я ее подарила своим друзьям, семейной паре, на счастье, на удачу, на любовь и добро. Так, зайдем, посмотрим. Опять пришла смс, я думаю, что ничего нового нету, они всегда продают старые, постоянно делают какие-то скидки, как-то заманивают своих клиентов. Мне тоже, в принципе, ничего не надо, но показать, посмотреть, как бы и себе поднять настроение, и вам. Конечно, хочу. Вот такие вот. Я вижу, что сейчас очень модные такие геометрические рисунки. Вот. Но мне они не совсем придают уют. Это каждому свое. У каждого свой стиль, свой вкус, свое понятие красоты. Мода модой. А я воспринимаю моду не так, как, может быть, многие. Потому что многие, наверное, хотят, вот, хочу то-то-то-то-то там, потому что это модно. А мне нет. Мне модно то, что мне нравится. Кстати, точно, мне надо Элене этот лист купить. Салфетку такую. Точно, она же попросила. Сейчас купим. Да, полностью летняя тематика. Кактусы, замеокулкусы искусственные. Подушки такой этностиль. Вот это такая вот подушка в этностиле. Да-да-да, такие летние у моря домики. Квартирки по 23 евро. Вот эти все вот такие наволочки с этими листьями монстеры. Это же монстера, правда? Это лист монстеры, потому что я вам сначала показывала. Такие, как у меня есть салфетки. Сейчас мы их подаем, купим. Черно-белое. Это я люблю. Да, тропический такой стиль. Вот всегда как-то так. Потому что делают страны. Я вам говорила, кто делает. Таиланд делает, Индия делает, Бангладеш делает. Французский магазин, французская марка Maisons du Monde, но делают все страны, где дешевая рабочая сила. А вот этот столик, кстати, новенький. Это новенькое, это я не видела. И эти рыбки я тоже смотрю. Ну, что-то подбросили. И вот эти блюда, угу, в форме капасанты, да, вот те ракушки, которые я люблю кушать, капасанты. Вот. Ага, тут две подушечки, как одна рыбка. Угу. Понятно. Ну что, павлины, обезьяны. Вот такой глобус даже. Это не подсвечник, нет. Это такой глобус просто. Угу, бегемоты, пантеры, тигры, ананасы. Вот такая прикольная обезьянка. Позитивная. Ну вот такая тематика. Даже на картинах есть цветы монстеры. Вот мне нравится этот горчичный цвет. Вот диваны, если в таком горчичном цвете, мне тоже очень нравится такое. Эти тоже новенькие. Лен. Ну вот эти я уже и покупала. Да, покупала девочкам на подарки. Реально морская тематика, тропика, море, вот такое вот, кораллы, ракушечки, такое. Вот такие яркие комодики по 60 евро, 60 евро. Кстати, вот это у нас дерево, а вот это, ну, так себе качество, я вам скажу, такое себе. Ну просто что расцветка темно-зеленая, с таким баклажаном фиолетовым, как это называют. Ну, вот такие, ручная работа. Более яркие вещи. Мне нравится подушечка. Вот эта, кстати, красивенькая. На темно-зеленом, таком изумрудном диване. Это бархатная, кстати, подушечка. Хорошенькая. Угу. Да, хорошее качество. И расцветка такая веселенькая, мне нравится. Желтая гамма, желтая, серая, белая. Ну, оранжевый. Видите, оранжевый что в одежде, что в интерьере. Присутствует оранжевый цвет.
пыльно-розовый. Такой выбор глобусов. Разные. Какие впечатления. Познавайте мир, друзья, познавайте. Да-да-да. Сейчас вот как раз пришел момент познавать мир. Столько людей просто уезжает со своей страны, имея в виду Украину, покидает свой дом, свою родину и едет куда в поисках неизвестного, потому что так сложились обстоятельства. Вот, едут познавать мир. Какой он будет? Как для кого, друзья? Как для кого? Надо настраиваться на интересные, на позитивные. Ну, как вас настроить? Красивые глобусы, кстати. Вот этот пыльно-розовый красивый. Вот этот вот карта неба тут полностью. Тут материки. Ой, да. Пошли дальше. Познавать. В данном случае магазин Maison de Monde. Выбор товара в магазине Maison de Monde. Такая акцентная стена предлагается, да? Это что у нас? Нет, это обои. Это типа картина такая вот большая. Угу. Я думала, что это материал. Нет, это обои. Говорила, что мне нравится, если диван в таком вот цвете. Но вот зеленым красивое сочетание. Это подушки. Я вам подушки показывала. Говорила, мне нравится, если диван в таком цвете горчичном. Он, кстати, здесь был. Вот такие еще зоны отдыха. Можно бросать кому куда, на террасу, на балкон. Кому как нравится. Вот какой пылесборник, панно пылесборник называется. Как назвали? Бахихия. Я бы назвала это тропичный такой искусственный пылесборник панно. Короче, я поняла. Ничего особо нового здесь нету. Но продавать же надо, заманивать клиентов надо. Вот моя люстра, только у меня в золотом цвете. Это торшер. Не люстры, а торшер. Сейчас он уже дешевле стоит. Я вижу, 109 стоит. Таракушник. Комодик. Немножко лофта. Все-таки лофт остается актуальным. Писк как бы прошел, но все-таки остается актуальным. Вот у меня тоже дома есть элементы лофта. Не все, конечно, у меня эклиптика в основном. Это эклиптика, это, я бы сказала, смешание стилей. А тут опять акцентная стена. Вот так вот они сделали. Показывают. Но мне нравится, если брать обои Моррис. Моррис – это английский дизайнер, который первый начал как бы уделять внимание интерьеру. И вот обои его... Узоры, в основном цветы, птицы. Моррис, да. Вот, мне нравится, если акцентную стену делать с обоями Морриса. Дорогое удовольствие, но мне не нравится. Да, вот эти картины опять они вывесили. Вот это Леон, это кресло, которое я хотела заказать, только без цветов. Так оно и не приехало, так его и нету. То, что они мне звонят и пишут, что приходите, а того, что оно да, мне нету. Понятно. Круглый стол. Они были 2 года назад, круглые столы. Сейчас опять я вижу, что привезли, да? Кстати, мне нравятся круглые столы, да. За круглым столом, как-то говорят, да? Вот салфеточки мои здесь есть. Вот такие, как у меня, и на этом комодике. Красивый комодик этот тоже, такой гламурненький. Железо, кстати. О! А это оникс. А questo cosa sopra? Оникс? О, мармур? Come tu pensi? Мармур, да? Вот комодик стоит так. Вот еще... Один интересный стол. Смотрите, какая красивая расцветка. Натуральное дерево. Я смотрю, что оно все-таки с кусочков. Конечно же, это кусок большой. Он треугольный, как бы, и углы вот такие вот заокругленные. Интересно. И комод же в таком стиле. Ну вот и геометрические вот такие вот рисунки.
понятно, вот. Любой вкус. А это я. Сегодня вся в серо-белом. Сумка, правда, не совсем белая. Бежевая, Патрисия Пепе. Но это маска, как всегда, должна быть. И мои любимые кардиганы. Вы знаете, что у меня их очень много. И уже подруги говорили, да сними уже, сколько можно. Постоянно, не-не-не-не, уже пятый год. Или да всю жизнь, в принципе. Мне они нравились. Всегда я их покупала. Вне зависимости от моды. Это детская зона. Ой, какая хорошенькая. Кошечка такая спит себе, да? Такая лялечка. Хорошенькая. Всегда хотелось дотика. Может, будет внученька. Хорошенькие. Почему-то все закрытыми глазками. Спокойной ночи, малыши, да? Смотрите, какой выбор зеркал. Всевозможные. Всевозможные, да, вот модели. Круглые, полукруглые, квадратные, прямоугольные. Какие хотите. Даже вот эта арочка такая вот, да, в византийском стиле. В форме окна вот окошко вот так вот, тоже арочное такое. Цветочки. Опять геометрия. Хорошо, мне видно здесь, да? Хорошо, меня видно здесь. Бонжорно. Опять Монстера. Золотой лист Монстеры. 120 евро стоит этот лист Монстеры на стену. 119. Угу. У нас часы. Эти классные дизайнерские такие мне. Вот, типа мрамор. Я не думаю, что это мрамор. А может 140. 140 евро. Людей нету, как вы заметили, да? Одна я себе тут гуляю, и только работники. Работники Мейзона. Посетителей, клиентов, покупателей в данное время почему-то нету. Тут у нас зона торшера. Вот мне нравится, если вот такое что-то, да, вот попугай, например, да, ну вверх как-то не очень нравится, какой-то так удешевляет. Вот эти интересные. А это дерево так покрашено. До кольору, до выбору, як кажуть на Україні. Кстати, приехало много людей сейчас с Украины. И я познакомилась с одной девочкой, женщиной, но она моложе меня. Будем говорить на всех девочки. Хочется же быть нам всем молодыми и красивыми. Вот, и она с моего города. Я ее не знала. Она так красиво говорит на украинском языке. У нее такая чистая, такой чистый язык. И вот я с ней разговариваю, и я уже ловлю себя на том, что как я за 5 лет... Вот не разучилась, просто как живешь в таком обществе, вот так и общаюсь, понимаешь? А вот с ней, когда я ее слушаю, я уже с ней говорю тоже так же. Вот, а у меня был хороший украинский, чистый такой. Мне даже девочки, которые здесь, знают, мне тоже 5 лет, говорят, мы так любим, когда ты говоришь на украинском, когда разговариваешь на украинском, говорю, ну, тебе такой мелодийный, как песни спеваешь. Но надо же выговаривать правильно. Щи, щокать, щокать, твердо, твердо щокать потребно. Так как в русском надо не гекать, а я гекаю, да? Вот так в украинском надо красиво выговаривать, твердо, шипляче. Так, куда мы? Вот это же моя больная тема. Все для дома. Мои пионы сегодня, кстати, с утра. Их пересмотр... У меня же на кухне и у меня в спальне. Угу. Я с утра их переставляла, сбрасывала пыль, которой нету, потому что сбрасываю постоянно. Да, все уже к Пасхе готовятся. Следующее воскресенье Пасха католическая.
красивая музыка. Молекула, да, люстра. Когда-то у меня была на кухне молекула в Украине на одной квартире. Я ее так себе назвала, молекула. Так, значит, надо купить или нет этих листиков. Сейчас куплю. Есть много подносиков, да, а вот сейчас у меня один стаканчик стоит, и мои таблетки, которые я принимаю сейчас, три разных вида, и я думаю, такой маленький, но он дорогой, 18 евро за такой маленький, будет тот, который есть. И плавно переходим к салфеточкам, этим листикам, которые у меня и которые у Эллины. Так, только не говорите, что их нету. Ищу. Вот. Нет, не такие. Вы помните, какие у меня дома? Ай-яй, сейчас буду спрашивать. Отключаюсь немножко. И что вы думаете, нету? А это такие паравенто. Паравенто цветное такое. Угу. Нету этих салфеток. Боже, я же пообещала Эллине. Иду смотреть по столам. Может, где-то на столе одна осталась. Говорят девочки, что нет в данное время, но я поищу. Вот такую салфетку я ищу. Это просто типа цветок монстеры, лист монстеры в вазу. А я, вы помните, у меня такие дома есть, и Эллине такие были. И их нету сейчас. Я думала, может, где-то найду на столе, как украшение. Сервирован стол, но нигде нету. Ну, ладно, на этом наш обзор заканчивается. Дорогие мои любимые зрители, я надеюсь, что я вам подняла немножко настроение, отвлекла вас немножко от своих будней, ваших будней. И идем. И живем дальше. Жизнь продолжается, и она прекрасна. Все, что мы проходим, мы должны пройти. Это все уроки жизни. Я настраиваю себя так и прошу Господа, чтобы только пройти достойно этот жизненный путь. Всем любви, здоровья и добра. Чао-чао. Черно. Такой у меня есть.